Все течет, все меняется. Некоторые профессии навсегда уходят в прошлое. Их обладатели успешно заменяют машины или компьютеры. Но есть такая работа, которая будет востребована всегда. Речь идет о профессии медсестры. Уход за больными людьми будет нужен в любые времена. На торжественный прием главе Славянского района были приглашены лучшие представители этой благородной профессии. Их высокий профессионализм и любовь к своему делу вместе с большим опытом и ответственностью действительно заслуживают самых добрых слов. Роман Синеговский поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Это очень важный праздник, потому что кто, как не вы, даете нам здоровье, лечите не только физически, но лечите морально. Это очень важно, потому что когда человек находится в тяжелой ситуации, ему самое главное иметь вот мысль на выздоровление, тот добрый посыл, где-то ласковое слово, где-то правильно подобранные слова. Конечно, это очень важно для каждого из нас. Поэтому я хочу сказать вам большое спасибо за работу. Глава района пожелал медицинским работникам крепкого здоровья и успехов в нужной всем работе. К этим поздравлениям присоединился председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Затем было рассказано о каждой из приглашенных на прием. Ответственность, преданность своему делу, трудолюбие, доброта и душевность – все эти качества есть у них. За многолетний добросовестный труд в отрасли здравоохранения и большой вклад в укрепление здоровья жителей Славянского района всем медицинским сестрам были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Очень большое спасибо Роману Ивановичу за такой праздник. Очень приятно. В общем, мы впечатлены все таким событием. Я люблю свою работу за то, что люди бросают свои вредные привычки, обретают здоровье. Ну и, в общем, все у них хорошо. Работа в здравоохранении требует не только глубоких знаний, но и настоящих милосердия и самоотдачи. И люди, работающие в этой отрасли, достойны благодарности и восхищения. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».